В мире множество бездомных животных. И у некоторых людей отношение к братьям нашим меньшим с улицы, мягко говоря, не самое приветливое. Но есть среди нас люди, которые в одиночку пытаются изменить ситуацию в лучшую сторону. Об одном из них я вам сейчас и расскажу. Все началось с того, что Стив Грейг из Денвера, штат Колорадо, потерял своего любимого пса. Мужчина несколько месяцев переживал эту трагедию, он чувствовал себя подавленно. Именно тогда к нему пришла идея, которая сделала его популярным в сети. Стив решил, что он должен дать счастливую жизнь другой собаке. Тогда он отправился в приют для животных в своем городе. Он намеренно хотел взять самого неприметного и старого пса, такого, который вряд ли уже кому-нибудь приглянется. Люди не хотят брать старых собак, так как они болеют и требуют особого ухода, поэтому в приютах много доживающих свой век питомцев. Первым везунчиком, которого взял Грейг, стал 12-летний чихуахуа с сердечным шумом и четырьмя больными коленями. Но на этом мужчина не остановился. Сейчас у него 10 приемных собак, причем некоторые из них с улицы. Он превратил свой дом в настоящий частный приют для животных, причем большинство из них уже престарелые и видавшие не самую лучшую жизнь. День Стива начинается в 5 утра. Ему нужно приготовить завтрак для всех своих подопечных, причем большинство питается по особой диете и им нужен особый рацион. Затем он выгуливает собак в парке. Стив даже приходит домой во время обеда, чтобы проведать их и накормить. А когда его нет, они наверняка отлично проводят время, так как в такой компании не соскучишься. Вечером собак ждет еще одна прогулка и водные процедуры. Также несколько раз в неделю Стив наведывается к ветеринару, так как собаки требуют регулярного медицинского сопровождения. Мужчина рассказывает, что куда бы он ни присел в своем большом доме, то всегда попадает на 2-3 питомца, которые и рады прижаться к нему. Также в одном из интервью Грейг говорит: «Эти собаки просто мудрейшие животные. Мы с возрастом начинаем понимать, чего хотим от жизни и кто мы, а эти собаки уже знают это. Очень легко развивать отношения с людьми и животными, которые знают, кто они». Осознание того, что эти ребята счастливы, любимы и находятся в заботливых руках, наполняет меня счастьем и удовольствием. Это то, что придает моей жизни смысл и ценность. Люди с энтузиазмом восприняли решение Стива и поддерживают его в соцсетях. На данный момент на Instagram, где, естественно, в первую очередь Стив публикует своих четвероногих друзей, уже подписано около 900 тысяч человек. Но помимо собак, у мужчины живут две утки, несколько кошек и кур, и даже свинья по кличке Бикини. Как признается наш герой, его дом уже переполнен, но если представится возможность, он приютит еще парочку пожилых собачек. И знаете, почему-то я в этом не сомневаюсь. На этом все. Если вам понравилась эта история, делитесь ей с друзьями и близкими. Пока!